Еще лето на дворе, да? Давайте будем делать что-то морское, теплое такое, потому что начнутся холода, и нам захочется валять, ручки в шерсти погреть, может быть, ватной игрушкой заняться. А пока я предлагаю сделать вам вот такого рыбу кит. В чем вкусность этой рыбы, как по моему мнению, потому что форма достаточно простая. Это сочетание цветов и роспись, да? Поэтому вот такой список материалов, очень простой, который нам понадобится. Это, конечно, фольга, какая-то бумага, с которой можно делать папье-маше, даже газеты подойдут, краски водорастворимые, акриловые есть. Если есть акварель. Что еще? Немного, совсем чуть-чуть нужно будет буквально одну, может быть, восьмую пачки пластики. У меня ладол, можно любую другую использовать, самозастывающий. Потом еще есть такая вот полимерная шпатлевка, любая строительная, в строительном магазине можно купить. Обязательно клей ПВА и акриловый лак для фиксации росписи. Ну и, конечно, всякие ковырялочки, кисточки. И какую-то палочку потому что мы будем там домики делать. Но если вдруг у вас палочки нет, то кусочек пенопласта какой-нибудь маленький найдите, я покажу, как его красиво задекорировать. И, в принципе, ничем не отличаются издалека эти домики из пенопласта или из вот таких деревяшек. Покажу, как это делать. Что еще? Еще нам понадобится морилка, дуб. Может быть, орех, махагон, то есть любых цветов, какие найдете. Если нет морилки, очень крепкий чай и кофе нас выручат. Ну вот, и еще бумажный скотч. Вот, в принципе, вот такой набор материалов, чтобы у нас получился вот такой красивый чудо-рыба-кит. Вот, желаю вам приятного творчества, окунуться в этот поток рыбий, морской, да, и получить, самое главное, массу удовольствия от этого.